Добрый вечер, Ярослав. В комментариях с нашим с тобой разговором, где ты рассказываешь о седой ночи, которую будешь петь на трибьюте, ну, действительно жарко. Твои пишут «Осторожнее, родной». Безусловно, мне приятно, что люди очень позитивно относятся к моему творчеству и позитивно реагируют и сравнивают. Я надеюсь, мне бы очень хотелось только одно, не подвести ожиданиям, потому что исполнить один из больших хитов, самых главных хитов, можно так сказать даже, Юрия Шатунова, это большая ответственность. И перед его поклонниками, поэтому песня уже поется годами, десятилетиями, ее знают, любят, помнят, поют и будут петь и дальше, и именно в таком варианте, в котором мы сделали. Поэтому я постарался приблизиться. Я очень стараюсь всегда уважительно относиться к чужому музыкальному материалу, понимая, насколько это важно, потому что я сам автор собственных песен. Поэтому я стараюсь очень уважительно относиться, очень деликатно, и стараюсь минимум изменений каких-то вносить в песню. Надеюсь, что все получится. Шатунов на футболке, как это вообще тебе, насколько комфортно? Ты прямо к сердцу его прижимаешь, можно сказать? Ну, у меня появилась такая идея накануне концерта, там, за несколько дней. Мне приснился этот образ, вот, и я подумал, что бывает такое, потому что когда ты думаешь о том, как ты будешь выходить, в каком костюме, потому что это тоже должен быть соответствующим, вот, и я подумал, что вот такое приснилось, я подумал, что это нужно реализовать, что, собственно, было сделано. Можно сказать, что Юра будет рядом с тобой в этот вечер. Конечно.